оставь все, что Дух Святой сейчас тебе дает. Господь, мы отдаем тебе все, что тебе What is the name?
которую ты однажды нашел в этом мире, греха, тьмы и скорби поднял, и сделал царями и священниками твоими. Благодарим тебя за это, за эту великую честь стоять в присутствии твоем и поклоняться тебе. И в это дело в любви нашей, Господь, в любви нашего сердца. Мы благодарим тебя, мы величаем, мы поклоняемся, мы превосходим тебя, и мы восхваляем тебя, живой, святой и благословенный. Ты оказал великую честь каждому из нас. Ты назвал нас сынами и дочерьми твоими. Это не мы сделали, это сделал ты. Однажды нас, нашел в этом мире грешников, Господь, ты сделал святыми через кровь твою, праведными и благословенными. И мы сегодня поклоняемся тебе на этом месте, в твоей семье, Господь, в твоем присутствии, в твоей отцовской любви, в твоей радости духа твоего и силы твоей. Мы сегодня присутствуем и находимся. Спасибо тебе за это. В этот день, Господь, когда мы о многом слышали и говорили, мы возвышаем голос свой. Господь, за Украину, Россию, Беларусь, за всю ту ситуацию, которая там, Господь. Мы до конца не знаем, что и как должно быть, но мы просим обратить твое внимание, Господь. И приди, Господь, творим мир, не человеческим, а твоим, Господь. Ты знаешь, что и как нужно сделать. И мы просим тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, который был распят на Голгофе, Господь. Мы сегодня просим, Господь, чтобы Твое вмешательство пришло. Мы ходатаем сегодня о том, чтобы замысел врага погубить миллионы, они были разрушены. И пришла милость и спасение Твое, и покровительство и защита Твоя. Когда ты снова тех, кто потерял близких и родных, сынов, дочерей своих, Господь, удержи сердца родителей. Мы благословляем сегодня сирот, которые остались без родителей именем Твоим. И мы знаем, что Ты никогда не оставишь их, потому что Ты сказал, что Ты не являешься отцом. Мы знаем это и за это благодарим Тебя. Пусть их судьбы этих детей будут в Твоих руках, как драгоценности, подыгни. Сохрани, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы ходатайствуем не только о мире, Господь, земном, человеческом, мы ходатайствуем больше о том, чтобы это время сложное. Миллионы людей пришло в Царство Твое и познали Тебя, Господь, истинного живого Бога. Благослови, Господь, благослови, Господь, спасением и милостью Твоей. Мы ходатайствуем сегодня за нашу страну. Господь, Ты знаешь, сколько всего происходит здесь. Но Ты поднял церковь Твою. И мы молим о том, чтобы и смелость, и дерзновение пришло. Сердца сынов и дочерей Твоих провозглашать Твое царство и действовать в силе и в дарах Твоих. Ты поставил церковь Твою, Господь, на этой земле, и Ты дал власть Ему. Пусть это высвободится в каждом из нас. Мы сегодня просим обезьяне Духа Твоего на нашу страну. Во имя Иисуса Христа, да будет сметено всякие нечестие тьма, и да придет Твой божественный свет и сила Духа Твоего на нашу страну, Господь. Мы благословляем церковь, Господь, имени Твоего. Мы благословляем наше общение, Господь. Пусть единство Твое, Господь, оно наполняет наши сердца, чтобы мы были как одно целое, как одно дыхание в Твоем Духе, Господь, и любви Твоей. Поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе, живой и святой. Отец и Дух Святой. Аминь.